Всем привет! Сегодня на обзоре относительно новый сквизер, украинский, в шапке маркета и вандала. Посмотрим, как он пишет. Сделан он из мягкого пластика, заправлен золотым хромом. Потестую этот сквизер, весьма неплохой, сделан из мягкого пластика, как я ранее уже говорил. Ну, в принципе, нормальный, а там уже смотрите сами. Всем ёлки.